груши. Папа сейчас будет тушить груши. Еще вот красивая. Вот такая красивая. Ого, какие они огромные! Тут целый урожай таких груш. Груши мы нарезали. Теперь будем засыпать сахаром. Груши мы помешали. Теперь чуть-чуть постоит, и мы будем делать варенье. Варенье сварено, и дед на работе, и я один мужик, который могу закрыть крышки, и теперь ложим крышку и закрутим. Варенья. Всем пока-пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами был Баданчик Плюс.